Уже, наверное, лет 6-7. Вместе с ним бок о бок идем. Ну, до этого я знал, когда играл в Казани еще, я знал, что это очень жесткий тренер, требовательный. И поэтому хотелось именно к такому тренеру. Да, очень рад, то, что ему не безразлична команда. Каждый игрок для него как сын. В сборной познакомились мы еще, в сборной Москве, по-моему. И, ну, он мне показался очень веселым, качественным работодателем, так сказать. Он мотивировал всегда, давал верные тренерские установки, и не просто тренерские. В жизни он как-то подталкивал на верные поступки. Мужественный очень человек. Есть, он много вкладывает в нас, и какая-то часть его заслуг по-любому есть в каждом из нас. Но если бы не он, я думаю, мы были совсем другими людьми. Закаливал в нас характер. Он, даже я вот тут один жил, то что родители могли ему позвонить, узнать, там, как я, что. Он помогал советом. Как бы он говорил, то, что хоккеист не только на льду должен быть лидером, но и в жизни. То есть, да, там, мотивировать своих сверстников, там, какие-то добрые, великие дела, я бы так сказал. Многие 2001 года ребята знают его, и он нас знает. Также трепетно к нам относится, и не только к нам, ко всей команде. Поэтому я очень рад, то, что он с нами сейчас. Сказать это, потому что я, как правило, находился чаще на ледовой арене, нежели дома. Вот, и здесь мы и работали, и здесь и быт у нас тоже какой-то свой был в раздевалке, атмосфера какая-то, да, там, ну, все из этого вытекало. Да, я могу сказать, что он был как второй отец. Это пример для подражания, я бы сказал. Они опытные, они знают, как все это делается, ну, как эта кухня выглядит изнутри. Они нас направляют на верный путь, и я не вижу каких-то причин их не слушать или не выполнять их какие-то, ну, как сказать, требования, да. Хочу поздравить Александра Георгиевича и всех тренеров с их днем, с днем тренера. Пожелать вам самое главное здоровья, с вашей нелегкой работой, нервов вам побольше. Ну и побед самое главное. Верьте в нас, мы будем верить в вас. Так, хочу поздравить Александра Георгиевича Левицкого, Дмитрия Вячеславовича Быкова и Юрия Викторовича Ключникова с днем тренера. Желаю больших успехов в спорте, в их тренерской карьере. Много побед, и чтобы мы их не огорчали. Дорогие Александр Георгиевич, Дмитрий Вячеславович и Сан Саныч, поздравляю вас с днем тренера. Желаю вам хороших волевых игроков, воспитанников. Пусть вас радует каждый из ваших подопечных, и пора брать кубок.